Всем привет! Продолжаем гулять по образам античной мифологии. Сегодня я расскажу вам о Юпитере и Ио. Или же о Зевсе и Ио. В метаморфозах Овидия говорится о том, что однажды Юпитер пленился красотой царевны Ио. Спустился к ней под покровом темного облака с Олимпа. Но ревнивая Юнона, по-гречески Гера, не найдя супруга на Олимпе, конечно, отправился на поиски, чтобы защитить его от гнева Юноны, Геры. Владыка превратил возлюбленную в белоснежную корову. Но, к сожалению, этим он ее не спас. Подозревая обман, Юнона попросила у Юпитера подарить ей корову и получила стоглазому великану Аргусу стеречь ее. Юпитер позвал Меркурия, а в иных культурах это Гермес, чтобы тот вызволил Ио. Ну, конечно, Меркурий сладкими речами, различными песнями, шутками и прибаутками усыпил Аргуса и отсек ему голову. Тогда Юнона подвергла Ио нового испытания. Посланный богиней Оот жестоко жалил ее. Спасаясь от нестерпимой боли, и убежала через многие страны в Египет, и там Юпитер вернул ей женский облик. На берегах Нила у Ио родился сын Ипаф, которого древняя традиция считала первым царем Египта. Вот такая история о Юпитере и Ио. Я нашел некоторые картинки в интернете, чтобы мы могли посмотреть. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Сегодня я вам рассказал о Юпитере и Ио. Пока-пока.